Некоторые спортсмены рождаются врагами, но самое яростное противостояние было между боксерами Бритвой и Малышом. Они бились дважды, но матч-реванш так и не состоялся. Сегодня я объявляю об уходе из профессионального бокса. Одна компания хочет устроить матч-реванш. Платит 100 штук. На одном поле с ним срать не сяду, оно того не стоит. Что значит не стоит? Ты живешь в дыре! 30 лет! Да! Надо тренироваться. Забудь, я динозавр. Будет круто. Последний раз. Я твой тренер, Майк. Черт из два ты мой тренер. Может, ты его сожрал? Пора на тренировку. За что мне? Это безумие. Да? С чего бы это? Ты жир. У тебя слабые колени. Ты жирный. Не льсти мне. Говори все как есть. А как понять, что это нокаут, а не ноги отнялись? Выводишь меня из себя. А Иисус, он как вообще? Он был крут? Умничать будешь, когда переходный возраст кончится. Давай, наш последний шанс покончить с этим раз и навсегда. Все ржут над нами, но мы живы. Я в жизни себя таким живым не чувствовал. Как бы вы ни старались, форму вам не набрать. Лучше уже не будет. Смелый ход выйти без лифчика. Я навалил тебе кучу на крыльцо. Мы в эфире, парни, в прямом эфире. Эй, ты что творишь? Мы зашли мясо купить. Не надо бросаться на все с кулаками.